серьезный трансфер на всю нашу большую компанию. Тонированный минивэн. Заказали такси прямо в аэропорту, не стали мучиться с автобусами. Даже не знаем, сколько это примерно будет стоить, поэтому надеюсь, что мы не разоримся. Вон они. Красавцы. Вот на этом мы сегодня должны покататься по-любому. Креативные какие? Вообще шиёвские. Они каждый не покатались. Смотрите, да, у них имена еще либо женские какие-то, либо там, кого там они, либо каких-то селебрити. Вот сейчас спрашиваю. Да. Смотрите, если они с маленьким ростом так сидят, либо они, Кажется, приколюха вообще. Так, мы заселяемся в отель, называется он Orchard Garden. Стоил нам номер на сутки где-то, но он не такой дорогой, где-то по 1000 рублей, по 1500 с человека. Такси из аэропорта ехали мы, наверное, минут 20, обошлось нам 1200 филиппинских песо, что тоже недорого, 1 песо, чтобы вы понимали, примерно равен рублю, как тайский бат, например. Поэтому на 7 человек для нас это вообще копейки. И мы заезжаем, смотрим наш отель. Такой симпатичный у нас отельчик. Что-то много здесь у нас? Это же ёлка. Поскольку Филиппины являются, наверное, единственной азиатской страной, где преобладает религия католицизм, здесь уже начинают готовиться к Новому году. Холодильник, есть чайник, телевизор, вид на Манилу, видите, там колесо обозрения. Тут у нас вторая комната, тоже неплохо. У нас тут, значит, команда. Команда, значит, в джинсовых комбинезонах. И команда, пожалуйста. Мы вышли из нашего отеля в Маниле и думаем куда-нибудь пойти поесть, а еще мы хотим снять. Сначала мы хотели вам определить, где центр находится. Да, мы вообще вот вышли здесь как бы просто улица. Просто не алло. Да, и мы сейчас будем что-то делать, что-то на вечер мутить себе. Планов вообще нет. Что, девочки, особо. Работаем? Не просто прыгаем туда, а дальше куда привезет. Куда привезет, а потом будем выбираться. А чем не квест? Из гетто района. Да, да, чем нам не приключения? Тут у нас какой-то местный ужин. Просто мы, наверное, стоят, все-таки поищем другой стоят ресторан. Стоят посылки, да? Кастрюли, да. Что-то где-то бибикает. Вот уже начинается сумасшедшая Манила у нас. Давай, все, мы залетаем в жизнь. Да. Yeah. В эту волшебную машину. Ура! Вот мы наконец в традиционном филиппинском манильском транспорте джипни. Это бывшие военные джипы, переделанные теперь под маршрутки. Кстати, не знаем, куда мы едем вообще, сколько стоит проезд. Проезд, наверное, 30 рублей должен где-то стоить. Вот на такой штуке мы едем. Вот на такой красоте. Оп. Спроси, куда мы едем. Seven. А, sorry? 60. 16 песо. 60. Вот сейчас мы видим настоящий крэш. Просто. Смотрите, что творится. Движение просто сумасшедшее. Вот там такие. Это папа. А это наши друзья, которые нам помогают с нашим ужином, с нашим маршрутом. Что, поедем, мол? Поехали. Уже с годом, мол, нет. Зачем нам? Да, не знаю, что. Мы нашли каких-то прикольных людей. Мы затусили с какими-то манильцами. Мол, короче. И они позвали нас поехать в мол, потому что они тоже туда едут.
наши друзья, которые любезно нас проводили в Mall of Asia. Теперь мы находимся здесь, на его территории. И мы хотим есть. Что нам предлагают? Что это такое? What is it? Bagel. Bagel. А, цыпленок. Чик. Oh my god. Маленький цыпленок. You have to try it? No. Я все не просто. Вот и захотели местного поесть, кушайте. Что, есть смельчаки, кто хочет это съесть? Вадим? Ваня? Нет. Как-нибудь okay. На обратном пути. Да, да. Итак, любуемся местным торговым центром и населением. У нас тут жареные каштанчики. Ай. Запах потрясающий. Жареные каштаны. Да. Каштаны? Естественно. Ай. Эти милые девочки с нами фоткаются и говорят нам, что мы выглядим божественно. Make a picture, please. Окей. Hello. Guys, come here. Yeah. Нам очень захотелось нудлсов, поэтому мы зашли в какое-то местную забегаловку. Короче, что здесь есть? Свиные ушки. Здесь, короче, есть суп с лапшой разной, с креветками, с говядиной, есть просто лапша. Есть закуски в виде креветок. Здесь заведение называется... Мэйлин под Нудл Хаус. Кстати, у него значок TripAdvisor. Много местных, но, в принципе, тоже неплохо показать. Я даже вот так сделаю. Вещайте. Я не буду позориться, и мне дали вообще оскорбительную вилку. Итак, у меня здесь нудлсы, наконец-то. Пришел тот момент, когда я перестала ездить по Европам, есть эту пиццу-пасту, отвратительно. Наконец-то вот здесь у меня лапша с говядиной. Он сказал, что это порция на двоих, на троих. Но мне кажется, одну справишься. Троих. Может, они как птички кушают. Ага. Да, лапшичка с говядинкой, с овощами. Ну, даешь попробовать. А что взять вам? Что взять? Мясо нежнейшее. Мясо просто нежнейшее, правда. Все, спасибо, я сейчас порадую. Такая вишня, Ваня, прикольная. А? Кристин, знаешь, как ты хочешь? Ваня, ваши комментарии. Гонгика больше съест. Вкусно. Конечно, я дождалась этого момента. Никто не взял. Я так скучала по азиатской еде, правда. Сейчас еще остренького туда добавлю. Подожди, вишенки обязательно. Да. Все, всем приятного аппетита. Сейчас, я думаю, еще вам что-нибудь покажем, потому что будут и креветки, и сди лапша в бульоне у нас сегодня, и без бульона, и вообще все. Это местный щи. Кимчи – местные щи. Кимчи – местные щи, да. Слоган. Дай. Смотрите, какие тут порции. Вот они, друзья. Что я могу сказать, ребят? Мы находимся сейчас во дворике Mall of Asia. Здесь очень приятная атмосфера, я не ожидала от Манилы такого. Здесь все прогуливаются, играет музыка, мы вообще очень вкусно поели и не так дорого. Здесь гуляют хаски, собачки, вообще все ходят парочками, семьями. И просто это какой-то офигенский вечер, я правда не думала, что в азиатской столице может быть такая приятная атмосфера, именно без суеты как раз.
без какого-то, не знаю, трэша. Здесь просто волшебно. А вот где у нас и грязь, и трэш, трэшниковые районы. Это у нас как? Я не понимаю, это что именно. Мы приехали к Испанскому собору, поскольку Манила 300 лет была испанской колонией. Соответственно, здесь даже сохранился единственный готический собор в Азии. Поразительно, здесь мы были сейчас в католической церкви Куарипа. Здесь много, мне кажется, бездомных людей. Нельзя снимать было. И какая-то такая атмосфера угнетающая. При этом нам сказали сумки держать. Подъехал даже полицейский, попросил вот Ваню перевернуть рюкзак, потому что здесь нужно при себе сумки держать, вот мы прижали. Опасный район какой-то, не знаю, здесь жесть. Сейчас нас привезли на набережную Манилы. На самом деле мы приехали поздно и не смогли посмотреть много достопримечательностей, которые здесь можно посмотреть, но я считаю, что ничего страшного, потому что основное, в чем они здесь заключаются, это во влиянии Испании, поскольку Филиппины были 300 лет испанской колонии под влиянием испанцев, и даже испанский язык был единственным письменным языком здесь, но он не прижился из-за удаленности самой Испании. Так вот, к чему поражает колорит города именно такой, что ты едешь, у тебя с одной стороны какие-то католические церкви, базилики, постройки, с другой стороны у тебя суперсовременные какие-то отели такого азиатского типа, какой-то есть здесь даунтаун, и тут же буквально через дорогу могут спать люди, прям сидеть посреди дороги, голыми спать в палатках на набережной там и так далее, то есть, ну... Манила очень разносторонняя, мы увидели этот колорит, я думаю, лишний раз посмотреть на все эти католические прибабахи можно и в Европе. А теперь любуемся набережной. Дискотека на набережной Манилы с местными жителями, концерт, музыка. Вот она, ночная жизнь Манилы. Зачем нужны клубы? Итак, это наш завтрак. Как это? А, жареный банан, фрукты, соки. Ого, там chicken and pork. А это вот chicken and pork. Курица и свинина вместе. Рисочек на завтрак. Прекрасно. Итак, у нас тут шокирующая Азия. Вообще не скажу, что мы сидим в Азии. Начало ноября. Но у нас тут уже Рождество. Здесь. Очень вкусно. Очень большой выбор. Да, выбор большой, лапшички всякие, фруктики, но тут уже остатки было роскоши, да, показать нечего. Но зато вот можем елочку показать красиво. Да, а что, вы в Испании хотите здесь пройтись? У вас будет шанс на прокат? Нет, там не такое спа будет. Чикни. Люди просто вот дорогу переходят, встали. Пофиг. Часто здесь кого-то давят? Очень хороший вопрос. Спроси у водителя. Часто ли вы тут давите людей?
15 миллионов особо не, да, заметно. Какие моторикши эти смешные. Что, не беспокоили вообще по стычке ездить, просто смотрите, какая чистая речка. Они, кстати, тут биологически мертвые. Речки эти. Речки.